Здесь три варианта. Да, тут я пропустила, видимо, буковку. Смесь, совершенный сон. Там совершенный или совершенный? Совершенный, да. Совершенный, Это да, я, наверное, так опечаточка. написала, да. Угу. Так что да, какой? Совершенный. Совершенный. Да, не совершенный, совершенный сон. Ну да, сон дрема. Ну вот я смотрю даже по описанию, да, вот этих эфирных масел. Вот ладан, иланг-иланг и лимит. А, сон дрема. Ну, знаете, иланг-иланг это вообще-то афродизиак. То есть я боюсь, что это такой будет сон с эротическими какими-нибудь Я обожаю мотивами. ланг-иланг. У меня в предбанничке, ну, тут одна дверь, вторая дверь, там стоит на полу игрушка такая меховая, и я туда накапала С иланг-иланг. тобой все понятно. Там, да, все понятно, Да. да? Значит, что касается, как капать масло, еще раз, смотрите, у вас арома-лампа. Сейчас я сделаю, так, у нас Тут тут воды нету. есть вот я Есть? принесла. А, ты принесла? А, вот аромалампа сюда, там же, ну, они разные бывают, но всегда есть вот здесь вот место, куда нужно налить воду. Воду. Наливаем воду в аромалампу. Масла обычно вот в таких флакончиках. И Угу. капаем, там написано, сколько капель. Там, например, две капли капаем. Раз, два, три. Вот, четыре. Ничего Ничего это. страшного. Вот, зажигаем Потом лампочку. зажигаем здесь свечку. Вот, и Да. все. И вот идет через воду вот это вот испарение, и вы будете чувствовать аромат. И что самое интересное, тоже вот это меня очень радует, что можно, ну, вот в один раз капать сразу несколько аромамасел. Но Расскажи, самое главное. сколько ты накапала в этот диффузор. Я сейчас сама сижу и У меня там удивляюсь. апельсин, лимон, сосна и несколько уже композиций, которые Готовых. готовы, да, на благополучие, там на успех, денежное, Да-да. вот. И у меня там все это вместе. И аромат, так как я когда выбирала, я их нюхала, они мне все понравились, соответственно, я чувствую, ну, хорошо в Эфирные этой. масла, имейте в виду, можно в любом количестве смешивать друг с другом. Они вместе даже лучше работают, чем по отдельности. Они такие любят большие компании, поэтому, в принципе, эфирных масел можно иметь много, лишними они никогда не бывают.